Под председательством Владимира Исаева 18 августа прошло очередное заседание административной комиссии. Несмотря на регулярность проведения таких собраний и назначаемые штрафы, нарушителей в Десногорске меньше не становится. Было вынесено 15 протоколов. 4 протокола по статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории Смоленской области» и 11 протоколов по статье 17.4 «Невыполнение требований, установленных правилами благоустройства». Парковка автомобилем в неположенном месте – новая шалость горожан, которая не только усложняет жизнь пешеходам и портит газоны, но и наказывается рублем. По 9 протоколам выписаны штрафы по 3000 рублей, по 2 дело прекращено. При этом, со слов Владимира Исаева, фиксацию таких нарушений проводят сами горожане. Эти материалы административную комиссию присылают жители города, которые возмущены нарушением правил благоустройства, нарушением тишины и спокойствия, нарушением правил торговли и так далее. Сами жители. Также жители недовольны громкой музыкой соседей в ночное время. По статье «Нарушение тишины и спокойствия» назначены 3 штрафа по 1000 рублей, а по 1 протоколу – предупреждение.